Уважаемые одесситы, мы предприняли очередной шаг, направленный на предотвращение распространения острой респираторной инфекции, вызванной коронавирусом COVID-19. Как и в других украинских городах, мы настоятельно рекомендуем временно приостановить работу объектов общего пользования, развлекательных центров, клубов, ресторанов. Эти меры позволят существенно минимизировать риски заражения, поскольку призваны ограничить контакты людей. Сегодня именно такой подход является наиболее оправданным и практикуется во всем международном сообществе. Мы, в свою очередь, продолжаем прилагать все усилия для того, чтобы предотвратить распространение коронавируса в Одессе. И в то же время поддерживать полноценную работу системы жизнеобеспечения города. Все медицинские учреждения города работают в усиленном режиме. Призываю всех одесситов отнестись к ситуации с максимальным пониманием. Сегодня от нашей с вами коллективной ответственности зависит самое ценное – здоровье и жизни людей.